Всем привет, с вами Кристина Санько, и сегодня я бы хотела поговорить с вами о том, как можно симпатично и креативно упаковать подарки на Новый год. Надеюсь, мои идеи вам понравятся, но, в общем, ваше мнение я обязательно жду в комментариях. Итак, начнем. Первый подарочек я сделаю для мамы. Здесь мои любимые спа-средства и наборы по уходу за кожей. Для упаковки я взяла коробочку из-под обуви и положила внутрь мишуру. Красиво раскладываем все подарочные средства. Закроем название марки красивым розовым бантом. По-моему, идеальное сочетание цветов. Чтобы наша коробочка была стильной, приклеим сверху разные блестяшки. Для папы будет похожая коробочка, только внутрь я положу коллекцию меда, черную чай с бергамотом и нашей фотографии, а также порцию сладостей. Завяжу все это красивым бантом. А вот еще один мужской вариант упаковки подарка в винтажном стиле. Возьмем коробочку из-под обуви и обклеим ее крафт-бумагой. Не знаю, где она продается, лично у меня она никогда не была в дефиците. Обворачиваем бумагой бутылочку любимого напитка того человека, которому вы дарите подарок. Закрепляем неровности скотчем, горлышко обтягиваем скотчем и закрепляем ниточкой. Вырезаем бирку для подарка и подписываем. Делаем симпатичную ленточку. Также сюда можно положить необходимые гаджеты. У меня это светящаяся именная мышка и зарядка на солнечной батарее, о которой я уже рассказывала в прошлых видео. Обязательно наклеим красивые бирочки. Закрываем и декорируем верхушку. Раз винтажной бумаги много и украшать подарки в таком стиле сейчас модно, продолжим декорировать. Оборачиваем коробочку крафт-бумагой и кладем наверх ажурную бумажную салфетку. Клеим милую бирочку и кладем леденец. Завязываем скромной золотой ленточкой. По-моему, очень мило и стильно получилось. Похожим образом украсим и подарок для конкурса. Оборачиваем бумагой, сверху приклеиваем маленькое украшение. Его я делала в прошлом видео. С обратной стороны я приклею бирочку и подпишу. Из карты путешественника я сделаю большую конфету, обернув ее мягкой цветной бумагой и завяжу милые бантики. Посуду можно поставить пирамидкой и все это дело обернуть в красивую новогоднюю бумагу бантиком сверху. Получится гигантский трюфель. Ссылочку на подарки, которые я использовала в видео, я оставлю в комментариях. А видео, как вы могли заметить, всплывали подсказками на протяжении всего видео. В таком
таком новогоднем образе сегодня. Я заказала специально костюм для видео и для новогоднего вечера на сайте Girl Club. Там много разных нарядов. Я вам покажу, как он выглядит полностью. Еле ухватила костюм, потому что их на самом деле очень быстро расхватывают. На Новый год все хотят быть какими-то вот такими вот интересными. Кстати, вот именно в таком цвете я хотела заказать беленький, с беленьким пушком, но только черный, потому что все очень быстро. Так что, если вы хотите что-то заказать, спешите, спешите, спешите. Это были все мои идеи по упаковке подарков. На самом деле их было очень много, но я решила остановиться вот только на этих вариантах, потому что они мне показались такие наиболее яркие, креативные и интересные. И, как я уже говорила в начале, хочу узнать ваше мнение, что вам больше всего понравилось и как вы собираетесь упаковывать подарки на этот Новый год. Пишите в комментариях, делитесь мнением, ставьте лайки, подписывайтесь и до скорой встречи. Пока! Life is beautiful.